Всем привет! Готова вас приветствовать в новом 2018 году. И год надо начинать с целей, идей, желаний, планов. И, собственно, я решила начать этот год с заполнения ежедневника и обозначения своих планов на 2018 год. В частности, на январь. Потому что в январе есть целая неделя свободного времени, когда я могу реализовать какие-то свои планы. Уже спланировать то, что я буду делать в течение всего года, и немножко помечтать о том, чего я хочу добиться за этот прекрасный год. И я надеюсь, что у вас такой же боевой рабочий настрой, и вы уже готовы действовать. Поэтому, чтобы вдохновить себя и мотивировать вас, я решила сделать это видео и поделиться с вами некоторыми своими планами. Я начинаю заполнение января, собственно, с написания месяца. Да, я до сих пор пишу по карандашному эскизу, и я расставляю числа месяца, то есть делаю некий такой календарь, где я смогу вносить на каждый день одно главное дело, то, которое меня беспокоит больше всего. И пока что у меня есть планы только на первую неделю, и она будет довольно насыщенной. И кто разгадает ребус с Дэдпулом, получит от меня большую конфетку. И я решила украсить свой разворот вот такой открыточкой от Ани Идет Стиле. Это прекрасная снежная русалка, которая олицетворяет вообще весь этот месяц. И решила добавить фотографию себя с прошлого или позапрошлого даже года, где мы катались на сноубордах. И все это будет держаться на неизменном двухстороннем скотче. Это гениальное изобретение. Спасибо людям, что они придумали это. Очень люблю добавлять какие-то интересные, веселые украшения, чтобы мне хотелось открывать ежедневник и мотивировать себя, собственно, его вести, потому что это такая квинтэссенция счастья для меня. Пока я разукрашиваю, так сказать, свой месяц, я думаю, что можно записать. Я решила немножко отойти от стандартного заполнения в плане того, что с левой стороны у меня календарь с важными делами, а справа я решила написать свои цели, что я должна сделать до конца января. И это просто героические планы. Так как я решила писать свой комикс, собственно, писать и рисовать, то в январе мой план максимум — это написать сценарий, полностью историю того, что будет происходить в комиксе. Также мне надо сделать иллюстрации к Стражам Галактики, о которых я рассказывала, собственно, и показывала вам частичку этого на моем стриме. У меня уже есть виш-лист, но он немножко уже выполнен, и я решила все-таки быть немножко прозаичнее, написать пока дела на месяц. Раньше я заполняла каждый день в ежедневнике пунктами. Здесь же я решила использовать клеящиеся бумажки, вот такие милые котики с галочками, либо использовать вот такие обычные цветные бумажки на клейкой основе, потому что дела имеют свойство переноситься, и эту бумажку всегда удобно брать с собой в кошелек или в карман, если это необходимо. Большие бумажки для больших дней с кучей дел, маленькие для дней попроще. И вот у меня первая неделя уже набита делищами, и я надеюсь, что я все успею сделать, но иногда так лень, но так хочется все это успеть по максимуму, и я в огромном предвкушении всего этого. Эти дела еще будут дополняться, эти цели точнее, потому что я не смогла вспомнить, наверное, все, что я хотела бы сделать. И, как вы знаете, цели имеют свойство появляться в самые неожиданные моменты вашей жизни. Поэтому одна из моих целей — это составить контент-план на месяц. У меня уже есть контент-план в конце ежедневника, но почти все, большая часть этого уже выполнена, и мне показалось, что не очень удобно иметь его в конце ежедневника. Я, наверное, выпишу его на отдельную бумажку, и он будет кочевать у меня
от страницы к странице, от месяца к месяцу, чтобы у меня всегда он был перед глазами, и мне было удобно планировать свою жизнь. Вот так выглядит мой разворот. Я надеюсь, вам было интересно, и вы тоже вдохновились на постановку героических планов, на как бы составление списков, на стабильность в ваших мечтах и делах. И я обещаю, торжественно клянусь, выполнить весь этот список к концу месяца. И я надеюсь, ничего не сорвется, я не заболею, ничего со мной не будет. А пока что меня все это радует, я в невероятном восторге от того, что получилось. Я уже бегу выполнять эти цели, потому что важнейшей целью будет для меня это начало моего комикса и нарисовать несколько иллюстраций к Дню Святого Валентина, чтобы порадовать вас открыточками и стикерами. А на сегодня это все. Удачного вам января, мотивационных видео вам от меня, и чтобы было все прекрасно и волшебно. Я вас очень сильно люблю. Оставайтесь со мной. Всем пока-пока.